Ой, да, вроде пожевали и выплюнули, да? Да, джимник боевой. Тут серьезный экипаж. Вот штурман. Сейчас посмотрим. Так, стартанули. Да я понял, там заряд максимальный, да? О, зашел как красиво, технично, с одного этого, что пойдет натяжку или будет залетать. Залетел. Ну, красиво залетел, ничего не скажешь. Прямо на камеру. Ну что, теперь подлебедиться. Экипаж готов к этим испытаниям. Мы их видели на Ботаник Трофи в этом году. Там было не легче. Видели, вот так перепад. Перепад глубины. Хорошая RFC в этом году. Организатор тоже снимает. Такое не каждый день бывает. Такой, чтобы он такой был жесткий, настоящий. Он такой и должен быть под дождем. Глубоко. Хорошо, в общем. Цепляют лебедку. Большое дерево, очень толстое. И коры не хватает. Кора защитки. Нет, хватило. Камера дрожит немножко. Тут, блин, какие-то по мне лазят насекомые. Пытаюсь ближе подойти. Все это вот так выглядит. Еще раз покажу. Давайте, кто не видел в предыдущих сериях. Хорошо идет. Зеленые насекомые лазят. Один вот сейчас по руке ползет. Пока ребята разматывают, я вам покажу, давайте. Вот оно вот такое. Ползет, ползет. Неприятно, в общем. Сейчас будем менять спецучасток. В принципе, здесь все понятно. Интересные участники попали в кадры, большие и маленькие. Уверенный выход.
уверенный выход. Человек с зонтиком идет. Да, интересно бы здесь посмотреть ребят из Литвы, из Польши. В принципе, уровень самих спецучастков просто обалденный. В болоте у меня уже объектив, одежда. Сейчас я его вытру. Приходится подлебедиться. Правильно было здесь выше выйти и уйти влево. Ну, тут уже как получается, в принципе, потеря времени небольшая. Что, еще лебедимся? Штурман не теряет времени, работает профессионально. Минимальная потеря, в принципе, на РФС так и работают. Дерево. Аж на этой стороне дороги. Все, на финиш. Сматывают лебедку. Марсик вернулся. Марсик вернулся. Их сейчас попробуют, я думаю, взять. Что там время? 8 минут. Сейчас чуть-чуть смотать им осталось. И финиш будет. Штурман. Сорок две? 8:42. Неплохое время. Молодцы ребята. Четко все. Спокойно, уверенно.